Теж, друзі, раді вітати в нашій студії Станіслав Шапошніков, психолог, який нам сьогодні дасть декілька корисних порад, як прокинутися та взагалі як планувати свій день. Доброго ранку. Доброго ранку. Як прокинулись ви? Отлично. То есть ранний подъем для меня всегда это бодрый настрой и много дел можно сделать. Угу. А как психолог, вы можете одразу побачити в людині, як вона прокинулась? Подивіться на мене, а потім на Анастасію. Потім на Анастасію, знову на мене. Як ми прокинулись? Ну, Анастасія, по-моєму, лучше проснулась. Вот. Анастасія звикла. Да, вот больше, так завжди. По улыбке, более улыбчивый человек. Угу. Так? Взагалі, давайте декілька порад, як налаштувати себе з самого ранку, щоб день був вдалим. Открою маленький секрет. Настраиваться надо с вечера. Угу. Да, вот от того, как вы вечером настроитесь, уже зависит от того, какое будет ваше утреннее пробуждение. Поэтому вечером даете себе установку, что вы спите отлично, утром просыпаетесь бодрыми. И вот это самое первое правило. Потом, следующее важно, вот будильник у вас стоит рядом с кроватью. Так, у мене так. Дуже близько. Да. Вот его надо поставить подальше. И когда он звенит, то есть вам надо уже встать для того, чтобы его попробовать выключить. Это вот... Для того, щоб всі я просто я намагався його класти далі, але я його не чую. А, не, ну, можна підключати музику, можна підключати музику через колонку. У мене світ 5 будет включати. А вот. И очень важно, когда ну, утром звенит будильник, у нас начинается внутренний диалог. То есть, ну, еще там еще отодвинь. Можно да, еще 5 хвилин. Вот этот диалог надо пропустить. Вот сразу зазвенел будильник, вы встаете и движетесь умываться холодной водой желательно. И вот эти действия уже вас включают. Угу. То есть вы уже просыпаетесь в процессе этих действий. Як боротися з таким станом, як, знаєте, встати ти встав, а прокинутися не прокинувся? Ну, вот я обычно начинаю свой день с утренней пробежки. Даже сейчас вот там минус 8 сегодня. Ну, я думал, после эфира... Вы до нас пробегли. Да, да. И поэтому бывает, что просыпаюсь уже в процессе пробежки. То есть вот я выхожу, оделся, выхожу на стадион, и уже там где-то через 10-15 минут наконец-то я проснулся. И это нормально. То есть вы начинаете действовать, а просыпаетесь уже в процессе. Тобто організм потрібно стимулювати для того, щоб він прокинувся. Він сам по собі не може прокинутися. Склянка води тобі просто так не допоможе. Так? Ну, чому? Ну, фізично, принаймні. Ну, вона теж пробуждає тебе. Ну, как бы, этот процес просто у разных людей, он может проходить в разной продолжительности. Да? Кто-то сразу же включается, кто-то немножко дольше. Вона одразу вмикається, я трохи пізніше. У вас ще, ну, я ще минут 30 так, мене ще очі злипаються. Так, тепер перейдемо, ми поговорили про те, як налаштувати себе, про гарні звички. Хотіли поговорити про погані звички, які гальмують наше життя, гальмують наше пробудження. І весь робочий день. Ну, якщо ви встали не бодро, да, довго просипалися, продвигали, там, переставляли будильник, то вже у вас чувство розбитості. И ваше физическое состояние, да, может влиять на ваше состояние. Потом очень важно обращать внимание на то, что вы думаете. И наши мысли тоже действуют на наше состояние, на то, как мы достигаем цели. И есть такие мысли негативного круга, когда, ну вот в психологии они известны, когда мы внутри себя, например, говорим, что это не получится, там, или... начинаешь какие-то самообвинения, самоуничижения, то есть снижение собственной значимости. Такие мысли приводят к тому, что тебе просто исчезает желание чем-то заниматься, что-то делать. Вот ты сам себя подавляешь и останавливаешь. Есть еще очень такой момент, который называется прокрастинация. Может быть, слышали такой термин? Это стремление откладывать, все время откладывать. На завтрашний день. Экзамен. Вот когда мы готовимся к экзаменам, да, учились, когда в институте. Пропускаем у кого-то поперед себя. Все пропускали. Вот последняя ночь перед экзаменом, она вот самая важная, это как раз вот про прокрастинацию. Поэтому тоже про это надо знать. Если у вас есть такая предрасположенность, да, к прокрастинации, то вы просто планируете и... съедайте лягушку каждый день, то есть делаете что-то трудное, неприятно для себя, но а хоть одно такое дело, но каждый день. Тогда... Потребно выйти из зоны своего комфорта. Да, да, да. То, о чем говорит Брайан Трейси, то есть выйти из зоны комфорта, съесть лягушку. Это же не комфорт. А что делать? Как вы относитесь до такого понятия, как тайм-менеджмент?
Тайм-менеджмент, ну, замечательно отношусь, только, опять же, это все очень индивидуально. Угу. Кому-то есть разные люди в своем отношении ко времени. Есть люди, которых время линейно и последовательные события одно за одним. Другие люди воспринимают время параллельно и, может быть, одновременно несколько событий происходить. Вот вы к кому относитесь? К какому типажу? К другому. Параллельно. Да? Много всего. Вот. И важно понимать, вот к какому типу ты относишься и, исходя из этого, уже планировать свой день, там, свой рабочий график. И еще такой момент, вот закончился 2017 год, и многие планировали там 2018, да, вот, наверное, вы тоже делали, я это делал, там, планирую на целый год. Но тут бывает, что года, вроде бы, с одной стороны, год это много, но с другой стороны, его мало, и мы откладываем важные дела на конец года. И есть такой метод, который называется 12 недель. То есть мы планируем всего лишь на 12 недель. Да, первые 12 недель, вот, и это позволяет нам удерживать под контролем нашего внимания, наши цели. Прошли 12 недель, следующие. И так у нас в году получается 4 12-недельных года, и это позволяет нам более, ну, более классно, более осознанно относиться к своим Ось целям. Ось за це окремо вам дякую. Я тепер буду знати. Гарна пам'ять. Що ж, дуже важка зараз, дуже важкий тиждень, тому що закінчились свята, закінчились такі дні лінощів. Які, може, якісь першоначальні поради, які можете дати нам, що зробити відразу після свят, для того, щоб вникнути? Тому що хочеться поспати, хочеться більше поїсти, хочеться полінуватися. Піти ще потанцювати. Так. Ну, що зробити, щоб во-первых, надо вивести весь оливье из организма. Это важно после новогодних праздников. Но если серьезно, то вот этот переходный, да, переходный период между праздниками и рабочим режимом, то всегда будет зона дискомфорта, через которую надо проходить. И ты, ну, я считаю, что лучше это сделать как бы одномоментно, быстро. Вот ты сразу заходишь в рабочий ритм, в рабочий режим и ну, начинаешь работать. Обращаешь внимание на свое физическое состояние и, то есть, добавляешь там спортивные нагрузки. Даже если ты не выходишь на тренировку там, на стадион, то, ну, утром какую-то зарядку это можно сделать, ты включаешься в рабочий режим. И обращаешь внимание на свое питание. То есть очень важно, ну, например, рецепт зеленых смузи, когда вы берете банан, закидываете туда петрушку или укроп, все это перемалывается. Зеленый смузи, который дает много энергии и который тоже вот настраивает вас на работу. И еще важный момент, работа должна вас радовать. То, когда вы приходите на работу, вы просыпаетесь и понимаете, что вам надо идти на работу или заниматься там своим делом, то это, вот сама эта мысль должна вас мотивировать. Если этого не происходит, меняйте работу. Это однозначно. Другого совета нет. Ось дивіться, в мене до вас питання. Ви ж психолог. До вас приходять люди, пари сімейні, вони на щось скаржаться частіше за все. Що це буває? Якась депресія, можливо, окрім, ну, і після свят депресія буває. І людина просто на місяць, на два вона в депресію йшла і все. І не виходить. Які зараз самі нагальні проблеми саме з психологією зустрічаються в нашому проблеми. Місті? Так. Депрессия актуальна, действительно, такая проблема. Депрессия – это потеря чувствительности, потеря эмоциональности, когда человек перестает вот, ощущать эмоции, жизненные эмоции. И если в течение, ну, нескольких месяцев такое происходит, то каждый день сниженное настроение, то, ну, можно говорить о том, что есть депрессивное состояние. И в этом случае вот один из способов – это умение осознавать, что ты думаешь, какой внутренний диалог, какие мысли внутри тебя крутятся. И выход из депрессии – это контроль над своими мыслями. Вот один из способов. И, ну, для этого надо развивать осознанность. И как это делать, могу рассказать тоже про это. А чому би не давайте? Нам не завадило. Способов развития осознанности масса, на самом деле. И один из способов – это концентрация на своем дыхании. Когда мы обращаем внимание на то, как мы делаем вдох-выдох,
И это позволяет находиться вот в осознанном состоянии, не уходить глубоко в свои мысли, находиться вот на такой поверхности, угу. что ли. И это вот один из простых способов, да, развития осознанности. Угу. От, ми поговорили про індивідуальну психологію, хотілося б запитати про більш, я б назвала її колективну. Коли приходиш на роботу, буває таке, що одна людина заводить всіх лінуватися. Як, не можу сказати, боротися з такою людиною, а чи, ми, чи можемо ми боротися з таким настроєм саме в колективі, якщо хтось один підриває авторитет робочого настрою? Ну, предположимо, я руководитель, да, от у мене в колективі так, така виникає ситуація. Но, я думаю, что такой человек, он хочет внимания. Это вот однозначно, когда да, такое начинает происходить. И такое внимание ему можно дать, ну, хотя бы вот индивидуально с ним пообщаться, то есть выяснить, что с ним происходит, да, почему такие проблемы. И в этом случае руководитель, он получается как вроде бы тоже психолог, да, для сотрудников. И когда ты пообщался, ты понимаешь, ну, что происходит. А в целом вот для всей группы, для всех сотрудников, ну, такой тимбилдинг никто не отменял еще. И когда вот все собираются после праздников, то самый лучший тимбилдинг – это обсуждение того, ну, как прошли праздники. Як, да. як пройшов новорічний корпоратив? Да, обмен кому эмоций. Соромно, кому ні. Да-да-да. Вот самый ценный после корпоратива – это фотограф и… Да, там... Який видає фото за два тижні після. Да, да, да. Вот, как прошел праздники, как прошли праздники, все это обсуждается. И потом очень важно проговорить, какие же все-таки нас цели объединяют. То есть на там, 2018 год, чего мы хотим как компания достичь. Угу. И вот объединение через цели – это то, что действительно включает в рабочий процесс, в рабочий ритм. Угу. Як ви вважаєте, чи важкий наразі у нас от, січневий такий період, чи ні? От війти в роботу. Якщо поглянути там, на різні компанії, на друзів, з якими ви спілкуєтесь, важко їм війти чи ні? Чи може вони сказали, ой, нарешті ці свята завершилися, будуть достатньо, працювати? Достатньо того, що Станіслав дивиться на мене, він розуміє, що дійсно важко. Ну, опять же, это индивидуально, но есть компания, зависит от корпоративной культуры. Корпоративная культура, если компания конкурентная, там команда продавцов, то там даже и праздники. Вместо трех недель, как гуляла вся страна, там два дня отгуляли и вперед работать. Вот, поэтому ну, разные компании, разная корпоративная культура, и от этого зависит настрой и вхождение, да, в рабочий ритм. Угу. І якщо можете все це підсумувати взагалі, що потрібно людині зробити після новорічних свят, щоб війти в цей ритм, швидкий ритм швидкої роботи в нашому місті, місті мільйонері? Несколько моментів. Перше. На 2018 год ставимо цілі. Розділяємо... На 12 тижнів. Так, да, розділяємо їх по 4 періодам. Анастасія, дайте мені ручку, будь ласка. Обязательно делаем вечерний настрой на просыпание утром. Обязательно добавляем спортивную нагрузку. И меняем свои пищевые привычки. Ну, как минимум, добавляем фрукты, овощи, для того, чтобы было много энергии в питании. Угу. Зараз фрукти. Я ще потім подивлюся повтор передачі. Тому, друзі, ми нагадуємо, що з нами сьогодні був психолог, чудова людина. Це Станіслав Шапошніков. Вельми вам вдячні за те, що ви були сьогодні з нами. І бажаємо вам побільше людей, які будуть себе поводити, я як так сказати. Щоб вони прийшли і сказали, у нас все добре, нам нічого не потрібно, просто давайте з вами поговоримо, і все буде добре.